Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Вот хочу вам показать свою ежевику. Наконец-то она зацвела. Это вот здесь у меня такой кустик. Как он цветет красиво. Постоянно поливаем его, водички ему хватает волю. И он зацвел раньше всех. Раньше всех. Красавица. Продолжает еще все цвести моя земляника. Очень хороший сорт. Он сколько начала выпускать усов. Осенью буду усы продавать. Жаль, что она не ремонтантная. Очень жаль. Моя солнышко исчезла. Сутки не было. Я переживала, где. Она сосединая набегала. Гуляла. Вот такая красота. Сейчас еще покажу свою ежевичку. Вот. Вот она, смотрите, усыпана. Усыпана цветами. Это очень хороший сорт. Ягод всегда много. Очень хороший. Ну и цепляется. Как прицепится, не отцепишься от нее. Вот она, поймала меня. Смородинка там тоже цветет хорошо. Это вот немножко попозже чего-то зацветать начинает. Чего-то ей, наверное, не хватает. Или влаги. Скорее всего, влаги не хватает. Но все равно будет сильная. Вот моя смородина. Всегда осенью очень редко ее режу. Ягод всегда много. С нас хватает волю. Завязались ягодки. Вот это уже старая веточка. Мы ее будем осенью вырубать. А вот эти молодые веточки. Ой, оторвался листочек. Будем оставлять. Ну вот и все. Заходите в гости. Как поют мои песни. Заходите в гости, буду рада. До свидания.